Чарли Пикарда. Ну только, бля, вот сейчас не надо всем ехать теперь в 60, бля. За меня песня. Ну смотри, блядь, ну что это такое, блядь? Ну да, радар, блядь, ну знак-то 80, значит 80 можно ехать, хотя бы 70, блядь. Не 50. Ну сейчас мы съезжаем там в магазинах. Может, да, а может, чекпоинт? Может, авария. Может, авария, может, чекпоинт. Может, чекпоинт. Скорее всего, чекпоинт. Как-то совсем все медленно едут. Оказывается, помнишь мой такой тренер из этого самого? По кикбоксингу? Да, который там у меня был в Дублине, то, что я ходил. Угу. Сколько раз я туда ходил? Один раз, по-моему, тренировку-то пошел, да и все. Ну вот, и он, оказывается, пожарник, блядь. Да ладно. Ну, еще такие баферы пожарные. Что там, блядь, за пиздец какой-то, блядь? Не знаю, не помню, какая-то авария, блядь. Или какие-то остановили, блядь, по-моему, какой-то, да, сейчас какой-то трешак. Хочешь, можешь не смотреть, если здесь трешак. Нет, тут нету трешака. О, бля, вон есть подушки, нахуй. Есть трешак, блядь. Подушки, ёпта, блядь, уже же покрутила, блядь. Тропиков нету, слава богу. Блять. Кто он? Ну вот. Ебал, ну что, блядь, надеюсь, я не отдаду в школу. Успели, блядь, выйти.